Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Почему Кёрем Бёрсин не хочет жениться? Кёрем Бёрсин недостаточно любит Ханде Эрчел. В первые годы отношений Кёрема Бёрсина и Ханде Эрчел все казалось очень хорошим. Они выглядели очень счастливыми и много делились в социальных сетях. Поклонники знаменитой пары думали, что Кёрем Бёрсин сделает Ханде Эрчел предложение. Кёрем Бёрсин казался очень довольным Ханде Эрчел, но никогда не делал ей предложение. Много было сказано на эту тему. Говорят, что Кёрем Бёрсин не хочет жениться ради карьеры. Однако бывшая девушка Кёрема Бёрсина сделала предложение Серенай Сарыкая, и если бы она думала о своей карьере, она бы не сделала предложение Серенай Сарыкая. Серенай Сарыкая прожила с Кёремом Бёрсином 3 года. Кёрем Бёрсин сделал Серенай предложение. Серенай не приняла предложение Кёрема Бёрсина, и между ними не удалось установить отношения. Это событие сильно повлияло на отношения между Кёремом Бёрсином и Ханде Эрчел. Кёрем Бёрсин сказал, что инцидент был печальным и что ему очень жаль Ханде Эрчел. Отношения Кёрема Бёрсина и Ханде Эрчел сильно пострадали после инцидента. Кёрем Бёрсин объяснил, что недостаточно любит Ханде Эрчел, и заявил, что не хочет делать предложение руки и сердца. Все недоумевали, почему Кёрем Бёрсин не хочет жениться. Кёрем Бёрсин ранее объяснял, почему не хочет жениться. Кёрем Бёрсин сказал, что пока не хочет жениться, что он еще недостаточно взрослый и что он очень молод. Кёрем Бёрсин считает важными такие вопросы, как брачный возраст и понимание. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Почему Кёрем Бёрсин не хочет жениться? Кёрем Бёрсин недостаточно любит Ханде Эрчел. В первые годы отношений Кёрема Бёрсина и Ханде Эрчел все казалось очень хорошим. Они выглядели очень счастливыми и много делились в социальных сетях. Поклонники знаменитой пары думали, что Кёрем Бёрсин сделает Ханде Эрчел предложение. Кёрем Бёрсин казался очень довольным Ханде Эрчел, но никогда не делал ей предложения. Много было сказано на эту тему. Говорят, что Кёрем Бёрсин не хочет жениться ради карьеры. Однако бывшая девушка Кёрема Бёрсина сделала предложение Серенай Сарыкая, и если бы она думала о своей карьере, она бы не сделала предложение Серенай Сарыкая. Серенай Сарыкая прожила с Кёремом Бёрсином 3 года. Кёрем Бёрсин сделал Серенай предложение. Серенай не приняла предложение Кёрема Бёрсина, и между ними не удалось установить отношения. Это событие сильно повлияло на отношения между Кёремом Бёрсином и Ханде Эрчел. Кёрем Бёрсин сказал, что инцидент был печальным и что ему очень жаль Ханде Эрчел. Отношения Кёрема Бёрсина и Ханде Эрчел сильно пострадали после инцидента. Кёрем Бёрсин объяснил, что недостаточно любит Ханде Эрчел, и заявил, что не хочет делать предложение руки и сердца. Все недоумевали, почему Кёрем Бёрсин не хочет жениться. Кёрем Бёрсин ранее объяснял, почему не хочет жениться. Кёрем Бёрсин сказал, что пока не хочет жениться, что он еще недостаточно взрослый и что он очень молод. Кёрем Бёрсин считает важными такие вопросы, как брачный возраст и понимание. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.